хожу, собираю яблочки. Вот хорошие. Видите, какие. И карманы. И карман. А рядом со мной тоже сборщики. Вон они. Видите, ну, только у них карман тоже есть. Между ног находится. И вот они в этот карман складывают. Что здесь делает Мирка? У Наби поспела. Видите? Вот она промышляет здесь. Смотрите, какие плоды уже. Надо было Алле послать. Что-то я не догадался. С этой спешкой мы сюда не подбежали. Не подошли. И забыли. Зато мы и послали инжир. А Наби можно послать и позже. Она будет здесь до мороза. Доступная еда. Она, знаете, похожа на картошку сладкую. Вот эти плоды. Вот смотрите. Видите? Такая хрустящая. Сладкая-сладкая картошка. Кто-нибудь печеную картошку ел? Знаете? Ну вот это у Наби. И они ее очень даже с уважением едят. Подходят и хрюкают. И я тоже. Видите, сел. С удовольствием. Но я пришел сюда, чтобы набрать яблочек. Мелкие. Но сладкие и твердые. Не кислые. Ну, еще одну возьму. Место еще есть в кармане. Надо Виктории сказать, чтобы она карманы пошире пошила. Ну, там еще есть. Ну, мне хватит пока. Низ все-таки вообще прям чем-то черненьким покрыты. Ну, это яблони первый год дает урожай. Ну, вот у нас у Наби. Это кормушка. Летом орехи, делянка была. А я посадил еще. Еще вот. Одну Наби. Но она здесь плохо растет, потому что корни были на этом месте. Вот видите, листочки. Корни от сливы. Здесь слива росла. И теперь ее надо будет на полметра пересадить сюда. От корня. Корень не дает развиваться этому дереву. Серега там что-то делает. И там еще дальше еще одно дерево с Наби. В общем, теперь у нас их будет три дерева. Ну, там еще поросли есть, может быть. От поросли возьмем. Я пойду, а бульдожки останутся и будут наслаждаться этим диковинным фруктом. Сереж! Серега, мы ж когда посылку посылали, что у Наби можно было добавить в Алле, да? Ну, поезд уехал. Поезд уехал, да. Ну, можете нарвать и побежать, догнать посылку. Да, догнать посылку. Она уже где-то за Ростовом, наверное, посылка. Хорошая мысля приходит опосля. Ну, что, Алла, ошибку всегда можно исправить.
Для этого есть маленькие бандерольки. Можно и бандерольку послать. Здесь тоже яблоня. Вот. Видите, вот два яблочка висят красные. Тут еще вот упали. Тоже хорошие. Но карманы уже полные. Буду нести в руке. Лирик смотрит и говорит, это не моя еда. Можешь мне даже не предлагать. А я и не предлагаю. Слышите, жужжит? Жжж. Это трактор пашет у соседей. А банан так и не дал урожай в этом году. Ну, говорят, на четвертый год он начинает цвести и давать плоды. Подождем. Мирка промышляет везде. И унаби, и рыба, и орехи. Все, что есть в саду, все она в себя складывает. Ну что, банан, скоро забананишься? У него есть плоды, вот они. Видите, какие маленькие. Вон, еще нападали бананчики внизу. А так ствол вот так положить и Вику позвать, сказать, глянь, на банане яблоки растут.